И целого клуба мало. Согласно доброй традиции «Галаденс», чемпионаты, балы, да и просто танцевальные вечеринки проходят на разных площадках города, а с наступлением лета даже за его пределами. На этот раз студенты клуба соревновались в исполнении сальсы. Из Челябинска, да, мы в первый раз выехали. Обычно все это в черте города проходит. Вот, ну, кроме того, что здесь свежий воздух, отличий никаких. Вот. Почему выделили сальсу в отдельный конкурс? Потому что там немножко другой формат, ну, так называемый Jack and Jill, когда идет постоянно смена партнеров. Да, сейчас мы отдыхаем, расслабляемся, выйдем на паркет и, естественно, будем сосредоточены на танце. Много сил набираешься, потому что свежий воздух, прекрасная природа, яркие эмоции. Очень-очень замечательно на свежем воздухе отдыхать и танцевать. Судьи конкурса настолько прониклись симпатией к участникам, что иной раз возникали определенные трудности с выставлением оценок. Ну вот, некоторые танцы очень клево, но, например, совершенно не слышат музыку при этом. И так обидно, они такие классные. Ну, невозможно им поставить первое место. Кто-то и то, и другое умеет совмещать, и приходится ему ставить. Ритмы сальсы просто заставляют двигаться в такт музыки. У жителей карибских стран эти движения в крови, а нашим соотечественникам требуется профессиональная подготовка. Для нашего населения это, прежде всего, конечно, танец экзотический. Он совершенно не похож на то, чего привыкли делать тела большинства народов России. Вот. Но здесь, по счастью, мы можем убедиться в том, что все-таки, ну, девчонок занимаются этим элементом. Девчонки, конечно, ну, очень умные. Как уже не раз было доказано, танцы расширяют границы. Если воспринимать эту мысль буквально, то свое увлечение можно совмещать с путешествиями. У нас ежегодный фан-тур – это Греция, это в мае месяце. В августе мы периодически проводим фан-туры в круизах. Иногда это были карибские круизы, были средиземноморские круизы, то есть там танцы на корабле, плюс какие-то города. И вот сейчас вот в Новый год у нас будет Куба. Для людей, увлеченных танцами, жанры и направления не играют большого значения. Главное, чтобы звучала музыка, а движение подскажет сердце. Ну и преподаватель клуба. Так как я еще и доктор, понимаете, то я могу сказать такую классную фразу, что движение может заменить любое лекарство в мире, но ни одно лекарство в мире не заменит движение. Тем более движение эмоциональное, под красивую музыку. Танцевальный вечер не закончился сразу после награждения. А все потому, что эти люди танцуют не за победу, а для души.